Сегодня у нас будет ясь холодного копчения и щучка холодного копчения. Все уже посушил и отправляем в коптилочку. Все сухенькое, хорошенькое. Из шкафа ШВС отправляется в коптилочку. И хребты вот здесь у меня щучьи тоже покопчу сейчас. И здесь свежие, жирные, прям такие лощеные, хорошие. Ну, я бы сказал, не изи, а подъязки. Ну что, коптим? Ну что, хорошо подсушенные подъязочки отправляются в коптильню. Вот такая вот картиночка получается. Это вот одна стеночка подъязочков. Холодным копчением будет. Ну а с этой стороны повешал щучку юколу. Тоже холодным копчением будет. Ну что, открываем, смотрим, что у нас получилось. Коптилась ясь и щука, напоминаю. Вот такая у нас композиция тут. Это подъязочки. Приятный золотистый цвет. А эта щучка... подкоптилось хорошо. Вот так она с этой стороны выглядит. Сейчас мы затолкаем обратно изи. Вот так вот. Щучка. Ну что, вот такая красота у меня получилась. Щучки копченые. Цвет лег хорошо. Подъязки копченые. Очень жирные. Попробовал вкусные. Вот от щуки уже отхватил хвоста. Прям к пивку огонь. Батарея, так сказать. Щучки прям вообще зашли отменно. Всем рекомендую.